Свой визит в социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божией Матери глава Ленинского городского округа Алексей Спасский начал с осмотра храма Святой Троицы. Затем вместе с настоятелем, отцом Дмитрием Шпанько, он ознакомился с условиями, в которых живут женщины, попавшие в трудные жизненные ситуации. Ну так тепло, да? Очень тепло у нас, очень тепло. Прям очень жарко, иногда окна открываем, соответственно, проветривается. Ну, это лучше, чем холодно, лучше проветривается. Слава Богу. В центре предусмотрено 7 комнат. В настоящий момент здесь проживают 6 женщин с маленькими детьми. Попадают они сюда по разным причинам, но покидают приют только после того, как окрепнут в физическом и психологическом плане. Принимаем их на месяц, но если за месяц они не успевают сделать свои дела, оформить документы, оформить пособие, созвониться с родственниками, решить вопрос с родственниками, они продлевают договор и остаются у нас еще на некоторое время. Вот таким образом. Алексей Спасский пообщался с проживающими здесь и вручил подарки всем детям и их мамам по случаю прошедших праздников. А руководству центра глава передал денежный сертификат на обустройство детской площадки, после чего все вместе сделали фото на память. Все то, что здесь делается, на пожертвование, на средства прихожан. Вот. Тем не менее, мы поговорили с настоятелем храма, да, и с Людмилой Георгиевной. Будем помогать. Вот те просьбы, те пожелания, которые были высказаны, я думаю, что будем реализовывать. Проживающие здесь благодарны учредителям центра и всем благотворителям за возможность найти временное пристанище. Наталья Пронина из-за проблем с финансами рисковала остаться на улице с двумя детьми. Узнав о существовании центра, она обратилась сюда за помощью. Замечательные условия, очень хорошие. Мы даже здесь дочку покрестили благодаря батюшке. У нас необыкновенный батюшка, необыкновенный руководитель. У нас все очень замечательно. Дети в тепле, мы все сытые, одеты, обуты, как говорится. Все замечательно. За 5 лет существования центра помощь была оказана почти 100 женщинам и их детям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.